Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Доброе и Светлое. Несколько советов, которые помогут определить, что случилось с рассадой перца и как ее спасти. Когда перцы наращивают листву, им нужен азот. Для этого мы делаем недельный настой крапивы или травы. Когда перец зацвел, нужен фосфор и калий. При нехватке фосфора листья окрашиваются в фиолетовый цвет. Для этого берем 2 столовые ложки рыбной муки на 8-литровую лейку и поливаем. А при нехватке калия делаем настой золы примерно на 10 литров воды, 150 мл стакана золы и настаиваем сутки. Далее поливаем. Если цветки отваливаются и верхние листья очень маленькие, то лучше всего удобрить перец борной кислотой 1 чайная ложка на 10 литров воды. Спасибо вам, друзья, за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. До новых встреч!